значение имени Нилем. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Буква «Не» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Иногда носители этого имени упрямы, заботливы и в то же время застенчивы. Внутренние противоречия, сомнения и страхи, тормозящие духовное развитие, отсутствие порядка и рассудительности в делах, присущие этому человеку. Вибрации этого имени означают, что у его носителя ясный ум, и он склонен анализировать окружающую его реальность. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. У владельцев этого имени есть твердое стремление везде побывать и все испробовать на собственном опыте. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Этим людям также характерно стремление поделиться своими ощущениями и знаниями со своим партнером. Буква «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Если владелец этого имени неуважительно относится к природе, то он вредит самому себе и за все проделки будет наказан. Лучше быть заботливым. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.